Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-героя». Мы с вами в алмазной лиге, 32 ранг. Ну что же, поехали. Поиграем за разгрома на рейтинговых боях. Да, тут очень сложно, особенно поднимать себе рейтинг, потому что нам прибавляется за каждый выигрышный бой всего лишь одна звезда, без всяких бонусов. Ну что? Ага, зеленая тень против нас. Я, наверное, пока ничего здесь менять не буду. Меня вполне устраивает. Ну что, пропускаем ход. Зеленая тень тоже пропустила ход. И мы начнем, наверное, с тобой. Вот с этого парня. Посмотрим, будет ли он его уничтожать. Нет, он стал делать немножко по-другому. Ладно. Нам нужно его вытянуть, верно? Верно. Поэтому сделаем с тобой следующим образом. Поставим вот так и вот так. Надеюсь, у тебя нет уничтожителя надгробий. О, вот ты как даже сделал. Даже вот так ты сделал. Ну что, я, наверное, думаю, вот этого мы с тобой вытянем сюда. Так, подожди, куда бы тебя лучше? Вот сюда, наверное. Подставим, так сказать, да? Угу. Этот, конечно, бомбить будет, да, но здесь? Потихоньку. Ну что, выставим с тобой йети? Хотя, мне кажется, не стоит пока ничего делать. Пропустим ход. Так, растение получает 2 плюс 2. Угу. Вот так вот он решил сделать. Жалко, он, конечно, не на ландшафте, но все равно, ребят. Сделаем так. И сделаем... Да никак пока не будем с собой делать. 2-1, этого пока нормуль. Единственное, что он сейчас будет, конечно же, получать карты. Это мне в минус. Давай, давай, давай. Радуйся, пока есть такая возможность. Угу. Ну давай я возьму на сумоистат. Блин, мне бросили вызов, ну как вот не вовремя, а? Друзья мои, как вот вы не вовремя сейчас сделаете это все? Уничтожаем с тобой вот этого, конечно же. Так, и вызываем йети. Так, что нам здесь выпадет? Пират. Окей. Пропускаем ход. Да, заставили мы здесь с тобой неплохо. Так, наносит 2 единицы урона. Что у тебя еще есть? Мы... Ага. Так. Прокачивает своего хорька. Так, 1, 4. Ну, это ты зря сделал, парень. Хотя, как сказать зря? Да не зря, ребята. Ладно, я пока ничего не буду делать. Поехали. Так, так и так. Блин, он запарил. У него горошина есть 100%, которая бьет посередине. Он ее сохранил наверняка. Что нам остается делать? Блин, у меня не та колода, ребята. Думаю, в чем проблема? Колода-то не та, оказывается. Ну что, надо мумию, наверное, ставить, я так понимаю. Хотя он ее, наверное, сейчас распетрушит. Мне кажется, он ее уничтожит. У него что-нибудь да есть. Он прекрасно понимает, что он мне не нанесет урона. Рикошетом, да? От гад. Он ее уничтожает рикошетом. Так, 5 урона в лицо мы получим с тобой. Заморозку делает даже. Вытягивает карту, естественно. Так, нам здесь нужно с тобой выжить. Однозначно нужно выжить, поехали. Да кто там все бросает вызов-то, я не могу понять. Ага. Почему у меня, вот скажи мне на милость, почему медленно вот так вот наполняется у меня шкала? Надеюсь, у тебя больше рикошета нету, парень, а? Не хотелось бы, конечно,
улететь в трубу. Посмотрим, что он сейчас сделает. У него есть заморозка. Но заморозка — это не страшно, друзья мои. Я просто не смогу нанести урон, но он также меня не распечатает. Я останусь на одном хп. Он сейчас может кого-то сюда влепить. Вот как он делает. Ага. Так. Этого я не могу уже никуда поставить? Нет, к сожалению. Да кто там припарил просто вот этот... бросать вызов мне. Ох, сейчас если ему достанется карта какая-нибудь хорошая, это будет плохо, ребят. Что делать? Ну, если я, например, сделаю вот так вот. Это что у нас такое? При появлении, так, рикошет. Рикошет ландшафта и всех растений здесь. Плохо. Что мы можем с тобой сделать, а? Скажи-ка мне, милость. Ну давай вот так, наверное, сделаю. Сможет ли он подбить или нет? Оу, ноу. Только не это, ребята. Слушай, да меня вот это вот достало. Кто там, блин, вызов-то все бросает, а? Блин, такой ответственный момент, просто я не могу. Все, тут кранты, ребята, разобрали. А, нет, не разобрали. Пока не разобрали, еще живем. Я даже не могу... А, применяю. Ну, ладно. А что дальше? Ну, что я могу здесь сделать дальше? Я вообще не знаю. Давай вот так вот, наверное, сделаем с тобой. Окей, достается мне какая-то курица. Ему нужно всего лишь 2 единицы урона нанести, так? Ну, попробуем. Сегодня будет серия по растениям против зомби-героя и Динабэш. Динабэш, не знаю. Потому что еще пока там ошибки, друзья мои. Но тут все, тут кранты. Тут, ребятушки, звезда. У него слишком лег дофига. Проиграл. Ну, слава богу, на этом уровне мы ничего с тобой не теряем, потому что у нас не было звезд, и мне не так обидно. Но вот насчет принять вызов, вот это вот, зачем делать? Если вы видите, что я не отвечаю сразу, ну, понятное дело, что я играю, вы должны видеть, что там написано. Рэй играет в рейтинговый бой. Зачем бросать в этот момент вызов? Вот объясни мне, а? Отвлекаете вы тем самым меня, у меня вот... Блин, у меня слов нету просто-напросто. Блин, я колоду поменял, да из... Колода-то не та, которую я играю обычно. Блин, я... Твою же налево, поменять надо было колоду. Что это у меня такое? Это вообще не ареновская. Блин. Он сейчас мину будет ставить. Нет, ничего не стал ставить. Почему-то. Что с тобой не так, а, парень? Давай тогда выставим с тобой вот этого Хариуса. Че он там ага. Вот как он делает. Значит, ты, парень, на орешках играешь, да? Значит, ты на орехах. Это плохо, что он на орехах. Что я могу здесь сделать? Опять, вот опять начинается, а? Так, вот я сделаю на всякий случай. Просто хочу посмотреть, что у него там. Опа. Окей, предположим. На тебе. Так, мы с тобой... А, нет, не можем пока, еще не хватает у меня. Ладно, я пропускаю здесь ход. Призрака нет, наносит 3 единицы урона. Окей. Все, мне больше тоже ничего сделать. Выставим с тобой мумию сейчас. Мы съедим энергию, да, у него останется 3. Какой мы выставим, ребята? Он же подбил мне с флагом зомби. Только на следующий ход я смогу влепить. Он делает себе доборчик. Угу. Я поставлю тогда вот так.
Пропускаем. Так, вот теперь я поставлю мумию. Давай съедаем у него энергию. Остается 4. Ну, что он там может сделать за 4? Давай подумаем. Выставить мину. Выставить. У него наверняка еще есть галактические вот эти вот. И орехи, мне кажется, и грибы. А у меня что-то вообще. Смотри, чего. Один призрак только, и все. Один призрак. Что там растение получает? Не-не-не-не-не-не. Не надо так делать. Не надо. Окей. Сколько мы? 5 в лицо получим? 5. Я тебя понял, парень. Я тебе, братишка, прекрасно понял. Отдуплись тогда. А, вот даже как. Окей. Так, вытягиваем карту, блин. Пройдох, ладно, пропустим здесь. Опять вызов бросает меня. Так, ну что у нас тут получается? У него сработает защита. Естественно, там может выпасть ему мина. Опа. Смотри-ка, что он делает. Кого он вызвал? Оп, еще одного красавца, а? Так, что мы с тобой можем сделать? Хм. Но этого можно не трогать. А вот этого мы с тобой уничтожим. Вот так вот. Срабатывает. Куда? Мину сейчас сюда, наверное, свою поставит, верно? Или ничего не будет? О, как он делает. Прикинь, сейчас 7 в лицо-то я. Да. Это печально было. Ладно, давай так сделаем. Кукуруза. Но тебе крышка кукуруза, ты в курсе? Ты в курсе? Смотри, одни, ребята, леги пошли. Пошли одни леги у нас тут. Так, кукурузу мы уничтожаем с тобой. Плюс делаем отхил. И пока все. Блин, это 4 же урона наносит. Ё-моё, я совсем забыл, что он бомбит здесь. Так, что нам с тобой здесь сделать? Ну давай вот так вот сделаем. Применим. Все, сдулся. Тут в этой колоде у меня, по-моему, даже нету зомбобота. По-моему, нету. Это не та колода, ребят. О, уничтожает зомби. 4 выше. Офигеть. Так, что, неуязвимку ставит? Вот даже как. Так, ну мы, наверное, сделаем ему еще поменьше здоровицы. Или атаки. Вот таким вот образом. И можно, наверное... Нет, пока тратить не будем. Тыч. У него 3 карты. О. Давай эти. Нормальное что-нибудь, пожалуйста, достань. Пожалуйста, что-нибудь хорошее. Ты серьезно сейчас? Уточку? Уточку, блин, он не достал, ты прикинь. Ух. Все, я понял. Ну что, тут, ребята, фейл, походу, дела, да? Тут фейл будет у нас. Так, этого ханурика он нам уничтожит никак. Тим, сработал. Даже облака нету у меня здесь, походу, дела, да, получается? О, Гаргантюа хотя бы появился. На, ставь. Сюда его и вот этого. Курица 4-2. Что там наносит поблизости? Предположим. Ох ты, даже так.
То есть здоровье мы с тобой не получим, да? Получим. Ты достал уже, а? Оу. Вот это хорошо, ребята. Вот это прям отлично. Блин, правда, мы с тобой получим урон. Да и фиг с ним. Так, и курицу сюда поставим. Ха-ха, сразу, да? Опа. Тоже без картишек-то остается парнишка, я смотрю. У него... Да ну! Блин, у меня здесь есть хоть что-нибудь там по ландшафту или нету? Да, это бесполезно, что мы сейчас будем бомбить, ребята. Он просто не даст нам ничего сделать. Если только не... Ага. Так, мы его сможем убрать. Нет, все. Ребят, бесполезно. Хотя его надо убрать все равно отсюда. Карту мы с тобой получим зато. Опа, король. Ну хотя бы король. Йети. Слушай, давай мы с тобой сделаем вот так вот. И вот так. Я просто защищаюсь в данный момент. Оу, ягодка. Но она урон не получит, поэтому она тоже не будет ничего делать. А этот у нас превратит... Нет, никого он не превратит. Его уничтожат. Его уничтожат, да? Вот это вот хмырье. Ладно, смотрим, кто у нас там еще. Хоу! А вот это удача. Наверное. Слушай, она сможет подбить или нет? Или она будет бить в героя? Нормуль. Ага, так. Ну что же. Игра накаляется, так скажем, да? Да блин, ты достал со своими орехами. Сейчас карту, естественно, вытянет и поставит ее вот сюда. Все, ребят, тут фейл. Я здесь уже ничего не смогу сделать. Твою же, направо, а. Он черника бомбанул. Короче, это не та колода. Ребят, это какая-то фигня. Даже ландшафта нету, один только этот. Мне нужно выбрать совсем другую. Вот она. Вот она моя игровая, блин, как так сказать, колода за разгрома. И, кстати, после вот этой вот игры мы с тобой перейдем на супермозга и попробуем сыграть. Там у меня, ну, я не скажу, что имбовая катка, но должна прорулить. Вот, совсем другое дело. Узнаю, узнаю своих ребят, елки-палки. А там что за бред, я не знаю. Там, наверное, солянка давным-давно, которую мы играли с тобой, осталась. Опять мне кто-то бросает вызов. Так, пропускаем. Кто-то там говорил, да, Рэй, неинтересно играть, все время выигрываешь. Где все время выигрываешь? 31 ранг, елки-палки. Получаю люлей только в шорох. Только пукан горит, елки-палки. Так, ну что, выставляем, наверное, спортсмена нашего первого. Неплохо, неплохо. Давай вот так вот сделаем. Так, когда можно будет сыграть с тобой в дружеской игре? Да когда можно? В принципе, после вот этой игры можно и сыграть. Такой говорю, да, как будто он меня слышит. О, неужели тут колода на заморозку у нас с тобой, а? На заморозочку, да, значит? Это плохо. Поехали. Так, предположим. Ох ты. Смотри, что происходит. Сразу захотел, да, уничтожить? И он уничтожает их. Окей. Давай, парень, посмотрим.
Как ты здесь справишься? Твою ж налево, блин. И в кого? В ниндзю. Ну я его скину, ты все равно смогу сейчас. Не, лучше вот этого скинем. Лучше вот этого скинем с тобой. Вот так вот. Ага. Предположим. Дальше мы поставим с тобой йети. Вытянем карту. Ага, ну в принципе неплохо. Он наносит сколько? 2 единицы урона, да? Всем растениям. А вот это вот не есть хорошо, ребята. И уничтожит мне йети, скорее всего, да? Блин, 6 в лицо. 6 в лицо, это плохо. Так, что у него там? Вот даже как. Все тратит, ничего не жалеет. Да и фиг с ним, пускай тратит. Меня больше вот здесь вот волнует. Как его мне сейчас забомбить? Зомбобот, это, конечно, все классно, это все замечательно, но не в данный момент. Давай-ка я сделаю вот так вот. Хильнемся с тобой. Окей. Леги. Одни леги сплошные, ребята, идут. Ага. И вот так вот. Ну что же, я предлагаю, наверное... Блин, там 2 плюс 2. Этого мало. Так, сверху или на ландшафте? Ну, смысл нам вот этого? Я не знаю, ребят. Давайте, наверное, вот так вот сделаем тогда. К примеру. Так, уничтожить, да? Теперь наша основная цель с тобой. Кого-то поставить. Кого-то поставить. И успеть еще бомбануть. Давай, к примеру, я сделаю вот так вот. И вот так. На следующий ход пойдет зомбобот. Что он там делает? Ага, меняет ландшафт. Угу. Что дальше? Вешает прочерк на всех, что ли? На всех. Это плохо. Сейчас еще карту вытянет. Достали они со своими вот этими вот вытягиваниями карт. Просто не могу, просто нет сил, слов. Ну что тут, я не знаю, короля поставим с тобой, наверное. Это не проблема. Уничтожим шаром, если что. Ну что ты там задумался, давай. Семечко тоже не проблема, если, конечно, он не сделает какую-нибудь эволюцию. Подожди, откуда у тебя вот этот вот? Сдвигаешь, да? А вот ты как сделал. Хм. Предположим, ребята, смотрим, что мы с тобой можем замутить. Ну, вот этого однозначно мы с тобой убираем. Вот таким вот образом, да? Этому мы понижаем атаку. Но не убиваем до конца. Поехали. Подсолнух? Блин, подсолнух-то откуда тут взялся-то? Я не могу... А, там же семечка была. Господи, совсем забыл. Ну, предположим, сделаем так. О, что нам с тобой досталось? Так, это все карты, карты, все карты добирает. Что, вжарить, что ли? Я не знаю, ребят. Не, не будем пока здесь ничего трогать. А зря. У меня же вот тут не прикрыто. Ё-моё. Такие эти чуваки. По норам. Горошины. Ныкаются.
Ну что ты там задумался, блин? Так, перемещает. Сюда, да? Я понял. Смотри, что творит, а? Ладно, этого мы уничтожим. О, все. Все, началось. Ну, с одной стороны, это хорошо. А что он здесь повыставлял, так скажем, довольно сильные карты. Это мне, так сказать, даже в плюсик идет большой, потому что зомбобот на следующем ходу уничтожит здесь абсолютно все. Понимаешь? 2-5. Мы с тобой еще выдержим здесь атаку. Он там хильнется, пускай. Ну, а теперь влупляем, ребят. Так, предположим, ребят. Ну, теперь смотрим. Ага, розу. Это последняя его надежда, я так понимаю, да, была здесь? Так, этот превращается у нас в рыцаря автоматически. Ну, зомбобота мы теряем с тобой, понятное дело. Этот сейчас превращается в рыцаря 5-5. Ага. Давай вот так вот сделаем с тобой. Что у него там осталось, а? Как ты думаешь? Ух. Печалька. Превращает. Все карты, да, потратил? Яйцо. Да чтоб тебя, он достал. Ну ты посмотри, сколько у него там добора, а, ребят. Индюха. Блин, баллончик надо было, наверное, применять нам с тобой. На следующий раз применим. Так, пропускаем здесь ход. Блин, у него еще, видишь, защита сработала. О, ну это, кстати, хорошо. Мы сейчас всех скопом уничтожим здесь. Через баллончик. Ты заколебал, а? Ну вот серьезно тебе говорю, ты заколебал просто-напросто. Уже в корень, блин. Вот все карты на добор. О, и это еще даже лучше. Погнали. Шикарненько, лучше не придумаешь. Что мне выпадет здесь? Отлично. Выставляем. Что у тебя там, а? Хе-хе-хе, такой радостный, думает, что он здесь справится. На тебе. Опа. Неплохо, да? Погнали далее. Так, следующая карта. О, фараончик выпал мне. Это еще лучше. Так, смотрим. Блин, правда, он, по-моему, там... Он уже превращал в козла? Нет? Нет, по-моему, не превращал. Ага. Этот радуется там, да? На тебе, дурила. Сейчас защита сработает. Это, во-первых, сейчас превратит в козла мне моего фараона, бедолагу. 100% тебе говорю. Или ему не выпало? Если не выпало, то победа за нами. А если выпало? Нет, ребят, не выпало ему, походу, дело. Окей. Давай так сделаем. Так, смотрим, что он там задумался. Ребят, ну это я называю легендарный бой. По-другому не назвать. Ты видел, сколько у него лег было? Вот так вот. А у меня только лишь один зомбот был. Вот и все. Ага. Вот он что делает, заморозку. Тьфу, умоляю. Ага, вот он как. Вот он как решил, да, поступить. Ну что, мы с тобой тогда поступим вот так вот. Поехали. Хильнуться, да, решил на дорожку. Ну, хиляйся.
7 хп. О, еще лучше. Просто великолепно. Что ему такого нужно сделать, чтобы меня здесь выиграть, я не знаю. Я тебя умоляю. Я тебя умоляю, парень. Все, походу, доплясался. А нет, еще выживет. 3, 5, 5 урона нанесем. На тебе. Ух ты, и дельфинчик еще на воду. Все, ребята, фулл комплектация. Блин, у него там еще защита сработает, да, оказывается. Нет, 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 да как так-то? Ты прикинь, блин, сколько лек у него. Сейчас в козла кого превратит? Фараона, наверное, да? А этого? Зря. Ну хотя, ребята, он знает приказ, что урон будет наноситься. Все, защиты у него больше не осталось. И он сдается. Вот такие вот, друзья мои, происходят в последнее время бои. Очень жесткие, напряженные. Но, по крайней мере, я своей колодой сыграл и выиграл. Там бы я, ну опять же, сфейлился бы, 100% тебе говорю. Давай сыграем с тобой, наверное, я не знаю, еще разок. Может быть, перейдем все-таки в 33-й ранг. Хотелось бы этого. Но вот получится ли? Бойцы действительно, ребята, сложные идут. В основном леги, леги, леги. Преимущество идет на легах все. Ну давай вот эту заменим. Вот так вот. Капитан Огонек. Давно его не видел, если честно. Да еще бы столько не видеть. Ну что, приступим, да? Потихоньку начнем. Клюнет, нет? Как думаешь? Думает. Вот что у него есть. Значит, решил бомбочки, да? Пособирать. Окей. Решил, значит, пособирать бомбочки. Ну вот это-то тебе, парень, не дано подбить? Или дано? Не дано, видимо. Это ерунда. Давай, давай, трать. Этому-то крышка. Твоему банановому чепушили. Давай распечатываем его. Фиг ли тут думать. Так. Ну, к примеру, я поставлю вот так вот. К примеру. Банан. Че, фанат бананов, что ли? Я не пойму. Видимо, да, какой-то банановый чепушило. Ну, защита, и что? Здесь пропускать приходится. Опа. Бонусную атаку наносишь, да? Зря. Зря ты, парнишка, это... затеял вот эту вот игру. Очень зря. Даже трогать тебя не хочу пока. Ну что, у нас есть с тобой... ну вот этот вот. Вот так вот, если я его поставлю. Хотя у него наверняка заклинаний очень много. Не зря он этого шитика выставлял. О, видишь как? Банановый микс, оказывается, у него есть. Куда? Сюда, что ли, перемещаешь его? Серьезно? Окей. Два банана вылетит сейчас. По краям. Предположим. Зомбот пока потерпит. Давай сделаем вот так. Он, наверное, сразу пожанулся маленько, да? Скажет, что-то у тебя слишком дофига гаргантюашек там взялось. Следующим пойдет, наверное, зомбот у меня. Шмальнем разочек, да? Всех положим здесь. И все будет окей. Так, на халяву хильнулись. Так.
Банановый, это понятно. А, нет, не на следующий ход, ребят, я ошибся. Давай сделаем вот так. Опа, кого ты хочешь наверх сюда поставить? О, вот кого. 6-6. Слушай, а ты в курсе, что я вот так могу сделать? Не ожидал, наверное, парень, да? Он, наверное, не ожидал. Погнали. Да нет, нет, нет. Все, противник сдался. Прекрасно. Просто прекрасно. Разгром дает разгрома. Ребята, да. Ну что, еще нужно всего лишь 3 победы, что довольно тяжело сделать. Ну, я постараюсь. Я постараюсь. Твою ж налево, блин, зубостизила. Ну тебя-то какого лешего сюда притащила, а? Сидела там себе в зоозоне. Нет, вот надо было... Блин. Подожди, ребят, что-то... Ну, хотя бы так. Хотя бы так. Зубостизила. Мне все там бросает вызов. Все не угомоняться никак, понимаешь? Ох, давай, наверное, сделаем с тобой вот так. Чтобы заклинахами какими-нибудь там нас не забомбили здесь. Ну. Блин, не понос, так золотуха, да? Ну ладно. Зато мой бонг чей у него вытянули с тобой. Так, дальше у нас пойдет вот эта карта. Давай за ноль, за ноль. Нет, не за ноль. Но все равно хорошо, ребята. Карта 4-4 за 2 энергии. У-ху-ху-ху-ху. Вот это беда. Вот это действительно беда. Ну что, мы с тобой... Да ну, какая прокачка, ты успокойся, парень. Прокачку он захотел сделать. Во-первых, сделаем с тобой вот так вот, это раз. Ну, а во-вторых... А во-вторых, никак. Просто никак. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Этого улучшаешь? 2-5, я понял. Так, ну что нам сделать? Вот этого, наверное, сюда перекинуть. И этого удалить с поля боя. Вот таким вот образом. Так, минус. Я так понял, ты хочешь на этих ребятульках, да, отыграться? На этой зоне. Что-то мне подсказывает, что именно так он хочет все это сделать. Давай посмотрим. Этого мы можем шаром уничтожить. Но лучше, наверное, вот этого. Нет, этого нафиг нам трогать. Вот этого шаром будем бомбить. Хотя сейчас посмотрим, кого он сейчас выставит. Он может же и прокачаться. С прочерком. Блин. Так, ну что, бомбим этого. Давай так сделаем с тобой. Тыч. Погнали. Так, у него 18 хп, а у нас 14. О, ландшафтик, ребята, прибыл. Но мне нужно вот так вот сделать. Ух, как хорошо-то, ребятушки, как хорошо. Надеюсь, у тебя нету этого цветочка. Хоть бы у тебя не было. Так, теперь все растения у него с прочерком, что ли, будут, я так понимаю, да? На земле. Ладно, фигня. Слушай, вот это мне не нравится. Все растения с прочерком. Следующий пойдет у нас акула с тобой. Пойдет акула у нас? Или нет? Или нам ее проще вот так вот бомбануть? Нет, акула что у нас делает? Так. Да что там? Не дал даже прочитать. Ага. Спасибо за робота.
На тебе. Он будет карты добирать. Вот таким вот образом. Ну что, Гаргантюа будем выставлять? Завостезила. Поехали. Рискуем, друзья мои, рискуем, смотрим. Так, что он там делает, я уже забыл. Уничтожение, так. Ага, все, я понял. Упс. Прокачка. Поехали. Защита срабатывает. Мы с тобой отхиливаемся. Окей. Так, давай вот этого уничтожаем с тобой. И сейчас в кого-то полетит. Не, в кого не полетел, да? На-ка тебе, парень. Вытянул, молодец. Этому хлыщу 84. Так, у нас 5. Я могу 3 энергии. 3 энергии мне негде взять. Пропускаем с тобой ход. Пропускаем, ребята, ход. Я знаю, что я делаю. Смотри. Этого мы уничтожаем. Попытаемся уничтожить роем ос. Он прекрасно понимает, что я пропустил ход, значит, у меня есть заклинание. И он сейчас не хочет выставлять все это на стол, но он делает. О, даже как, понимаешь, что он тут повторяет? Так, этого уничтожаем. Так. И поставим с тобой, наверное, ландшафт вот сюда. У него две карты, то есть все шансы у нас с тобой на победу есть. Потому что этого хлыща мы с тобой уничтожим. Так, 3-3. Погнали. Пошел, Йети, пошел, 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 родной мой. 5-5, не кисло. Слушай, совсем не кисло. Что у тебя найдется сейчас? Посмотрим. Ага, 5-7. Плюс вот это вот. Ладно, погнали. Так, что у нас тут? Безумие, безумие. Мы пока с тобой прибережем. Так, смотри, короче, нам с тобой нужно сохранить 5 энергии для вот этого. Поэтому 5, это получается... Тут еще 3. Не забывай об этом, да? Поехали, короче, с тобой сделаем тогда следующим образом. Вот так. И вот так. Ага, лава гуава плюс вот это. Друзья мои, ну тут, скорее всего, фейл. Тут, блин, фейл. 5-3. Ой, да. Тут, ребят, ну никак нам не выкрутится, к сожалению. Хотя хотелось бы. Ну, фейл. Скажи-ка мне, кто дает ему на все растения прочерка? Вот объясни мне это. О-о-о. Слушай, он же еще один сейчас ход сделает. Так что меня это не спасает. Все растения с прочерком, причем пожизненно. Это что за фигня, ребята, а? Вот объясни-ка мне на милость. Все растения с прочерком. Как вот с ними бороться? Это как, знаешь, что вот есть такая легендарная карта. Какой-то там шаман или маг. Вот. Если ты его выпустил, он, по-моему, 2-2 имеет. То все твои карты получают все абсолютно, которые у тебя в руке, плюс 1, плюс 1. На пожизненно, ты понимаешь? Вот здесь то же самое. Вот у тебя стоит на всех растениях прочерк, и все. Но тут главное, чтобы эта карта, видимо, тебе попалась в руки. Давай так оставим. Пропускаем, блин. Вот это вот туда-сюда, вот это вот тени толкаю, вот оно будет вечно, ребята, длиться. Например, если я сейчас выставлю вот этого вот, 100% у него есть гриб, да, который уничтожает.
который наносит 3 урона или сколько он там. Нет, смотри-ка, он не стал его вызывать. Это очень интересно. Тогда я позволю себе выставить вот этого Гаргантюа, с вашего, ребят, позволения. Угу. Рикошет зомби. Зачем ты это сделал? Я не понимаю. Так. Дальше мы с тобой поставим вот этого и вот этого. Противник сдался. То есть он испугался, он подумал, наверное, что я могу. У меня Гаргантюа и так станут на один дешевле, да? И плюс еще здесь. Да, он, ребята, испугался, как сказать, заблаговременно. То есть не убедился и просто злился. Или испугался дамага, что у меня Гаргантюа 5-5 влупляет. Причем это на ранней игре все происходит. Мне бы, например, тоже это не очень понравилось. Ну что же, двигаемся дальше. Бонг Чой. Псих-недоучка, так я его называю. Ну ладно, оставим пока как есть. Ход зомби, у меня нету первого хода. Второго тоже нету, только третий. Ну он сейчас будет свои, наверное, коп... Нет? Хм, интересно. А что это он так передумал? У меня опять нету хода. Давай, я жду, кого-то там выставишь. Все будет решаться именно от того, кого он тут поставит. Задумался парень, значит, что-то есть в руках. У меня есть дельфиненок, я могу его поставить сюда? На воду. Опа. Это ты хорошо, парень, придумал. Так, значит, у тебя растение с прокачкой. Вот так вот, да? Это уже интересно. А есть ли смысл? Наверное, нету. Давай на воду поставим. Опачки! Твою ж налево, огурец, блин. Началось, короче. Началось с этим огурцом, блин. Что вот делать? Есть контакт. Я знаю, что делать там, друзья мои. Пропускать ход и уничтожать этого огурца. Он его поставил как раз на возвышенность. Так что, огурчик, тебе хана. Лучше уничтожать его. Там уже плевать на остальное. Шам, куда он его? Говорит, что сюда только. Ну и что ты делаешь? Карты набираешь себе? Ну ладно, набрал карты, да? Все? Нет! Нет, ну какого лешего, блин? Ты смотри, как он подстраховался-то, а? Ты просто посмотри, что он сделал, а? Ладно, я тогда буду тоже делать, ребята. Шаманство есть, уже хорошо, поехали. Шаманство есть, все, ребят. Так, у него там, я так понимаю, бананы были, да? Навылавливал. Все, парень, пора тебе на покой. Упс, пардончи. Все, докукарекался. Ну, что ты там дальше имеешь? Крокодил. Ладно, пока перебьемся, друзья мои. Крокодил пускай атакует. 10 хп у него. Ага. Подожди-ка. Ну да. Блин, или нет? 3 энергии, да? Значит, мы с тобой сделаем, наверное, вот так вот. Плюс. Пока никакого плюса не надо. Будем уничтожать. Сейчас посмотрим, кого поставит. Если что, уничтожать будем крокодила. Ну и, наверное, будем хиляться. О, нет, ребята, я понял теперь.
Хорошо. Я понял его тактику, что он тут собирается сделать. Пока ничего не будем делать. Значит, у тебя патиссоны, парень, да? Я так понимаю, у тебя их очень много. До 100% у него их дофига. Вызывай давай свой патиссон еще. Ага, вот он как сделал. Упс. Да, не спорю. Тут, ребят, по-моему, нам карантажечки приснилось. Вот так вот, да, значит? Угу. Так, как бы нам с тобой сделать-то здесь, а? Ну, я могу прикрыться. Вот здесь. Погнали. Блин, а чё, я не смогу его подбить, ребят. Заклинаха у меня стоит 9. Ёлки ты палки. Смотри, что творит. Прикинь, что тут нафигачил. Вот это да. Вот это он тут набомбил. Обалдеть. Ну, тут нас, конечно, распетрушат сейчас. Друзья мои, тут. Ну и что? Что мне это дало? Ничего. Нахапал-то, а? Блин, вот я считаю, вот это вот растение имбовое. Чересчур. 6-6 само по себе, да, имеет. Плюс ко всему прочему, оно тебе увеличивает стоимость твоих заклинаний. Там во сколько раз, по-моему, в 4 раза. Это, я считаю, перебор. Так, что у нас тут выпадет? Рой. Блин, ну почему? Почему ты? Ай, ё-моё. Hello. Так, начинается. Начинается, ребята, да? Ореховые пляски. Ну чё поделаешь. Ореховые пляски, так ореховые пляски. Начнем потихоньку. Начнем потихоньку. Так, наносит 3 единицы урона. Он испугался, понятное дело. Ему еще и на этого хватило. Блин. Трындец получается какой-то. Ну давай сюда поставим. Растение получает 3 плюс 3. Слету вот так вот, понял? Так, ну чё? Делаем вот так вот. На тебе. 5. У меня 9 хп всего лишь осталось. Хе-хе. Погнали. В отхил. Чё, опять свои орехи сейчас будет ставить? Наносит 2 единицы урона. О как. Прикрывает свою задницу. Боится я осин перец. Что я могу здесь поставить? А я ничего пока не буду ставить. Я посмотрю, что он сделает. Ты-ты-ты-ты-ты танцует, да? Тут, понимаешь ли? Ага. Вот что он сделал. Так, ну что? Уничтожаем вот этого вот. Опа, защитка сработала. Хильнемся. Хильнулись. Так, ставим вот этого. Так, будут заклинания, видимо, да? Сейчас применяться. Давай, прокачивай. Упс.
Ага, вот так он решил. Еще 6 в лицо, да? Ну и все на этом, парень. Да что ты? Поиграли и будет. Ну что, выставляем Гаргантюа на отхил. Поехали. Будем отхиливаться, а фиг ли нам еще остается делать. Если, конечно, у него нету. Блин, только не говори, что у тебя сейчас шаманство. Ну ладно, погнали. Мы все равно захиляемся, что он там думает-то, я не могу понять. Опа. Отлично. Так, теперь мы с тобой поставим вот так. И вот так. Ну и что ты там? Орешки пошли, да? Ну ладно, давай свои орехи. Так. Кого бы нам... Давай вот этого, наверное, вот сюда вот перебросим, чтобы его сразу звездануть, накрыть, как говорится, медным тазом. А вот этого просто раздавим, как клопа несчастного. Ну и здесь, соответственно, мы с тобой вот так еще сделаем. О, хорошая карта, хорошая. Тут не поспоришь. И мимо, да? Так, давай хиляемся. Фул хп мы с тобой делаем. А вот это действительно хорошая карта, я тебе скажу. Вот так вот я на водичку его поставлю, чтобы он никого не смущал. А, опять он за свое, да? Ой, я тебя умоляю, ты серьезно, что ли? Парень, ты вот сейчас ты серьезно? Нет, 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 нет. Это... А, тихо. Тихо, тихо, тихо. У него же там есть плюс 4 к атаке. Он может на этого хомяка своего поставить. Нет, просто бонусная атака. Угу. Может, хорош уже? Баловать-то. Нет, вот этого надо убирать. Опа. На тебе. Ё-моё. Так, 6-6. Уничтожаем этого хлопца. Так, и две карты у него, друзья мои. Всего лишь две карты. Даже если у него там заклинания какие-то никчемные, которые вряд ли его здесь уже спасут. О, это похуже. Это похуже будет, конечно. И наносит 3 единицы урона. Окей. Погнали. Тут, как говорится, кто кого передамажит, да? Так, прокачиваемся, прокачиваемся, прокачиваемся. Нормуль. Пропускаем ход. И смотрим, кто у него там еще остался. Шаманство, давай. Ой, какой молодец. Банан еще выставил, да? Ну ладно, банан так банан. Поехали. Все? Сдулся парень? Ой, король. Друзья мои, еще и король мне выпал. Ну что ж. Капитан Огонек психует, нервничает, ножками топает, но пфф, ничего походу сделать не сможет. Либо сдаться, либо просто, знаешь, тупо простоит и прождет, когда мы с тобой сделаем очередной ход. Точнее, он просто сдался. Позорно сдался, потому что если бы хотя бы он сделал ход или еще что-нибудь, я бы его, ну, как бы, хоть капельку бы уважал бы. А так, если он сейчас ничего не сделает, просто простоит вот так тупо, то это Тео 1495, лашпен и трус. Мог бы принять свой удар. Если ты все равно видишь, что все, некуда деваться, так прими с гордостью поражение. Я так лично принимаю поражение. Как бы там не было бы, как бы хреново не было бы, как бы неприятно и больно не было бы, все равно ты принимаешь, не бежишь как трус. Ой, ребят, все, я ухожу. Понятно, короче, с ним все. Бесит. Вот так вот. Когда он там выигрывал меня, да, он там из себя выделывался. Как только стал продувать, все, сразу же в кусты. Позорник.
Так, ну что, дорогие друзья, я думаю, что на сегодня будет пока достаточно. Поиграли малька и хватит, как говорится. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.